Когда он приезжал в Рыбинск на этот вокзал, Сергей Тирханов, которого нет с нами уже 2 года, он сказал: «Вокзал – сказка, собор небесный». Он написал большую статью про наш фестиваль и про наш город. И вот сегодня музыка Сергея Тирханова звучит в этом городе. Спасибо, что вы ее привезли.